Спонсор прогноза погоды – Международный томографический центр МРТ-технологии. Величайшие врачи всех времен и народов сражались с невидимым врагом, имеющим множество обличий и одно имя – болезнь. Великих врачей было так мало, а болезней так много. Теперь же интуицию великого целителя многим больным дает он – магнитно-резонансный томограф. Видеть невидимое, служить людям. По информации синоптиков Западно-Сибирского метеоагентства, 26 марта ожидается погода без существенных осадков, по югу мокрый снег, снег и метели. Ветер западный 5-10 метров в секунду, порывы 13-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью -3-8, местами -10-15. Днем 0-5, местами 0+3 градуса. 27 марта ожидается погода без осадков, днем ожидается небольшой снег и слабые метели. Ветер западный 3-8 метров в секунду, порывы 10-15 метров в секунду. Температура воздуха ночью -3-8, местами -10-15 градусов. Днем 0-5, местами 0+3 градуса. Автомобиль «Лада» – высокий уровень надежности даже в сибирском климате. Официальный дилер «Лада» – автосалон «Авто-1». Главный спонсор прогноза погоды – автосалон «Авто-1». Говорят, здесь слишком круто. Слишком темно. Слишком жарко. Слишком скользко. Но что для одних слишком, для нас возможность проявить себя. «Лада Веста» от 512 910 рублей. Превосходство на нашей территории. «Авто-1» 330 0303.